В Алматы появятся школьные автобусы. Впервые в мегаполисе внедрят масштабный проект по бесплатной перевозке детей от места проживания до школы и обратно. Для этого акимат закупил 100 новых автобусов. Еще столько же единиц общественного транспорта приобрели для обновления городского автопарка. Впервые в Алматы начнут курсировать школьные автобусы. 100 новеньких скулбасов выйдут на линию уже с начала нового учебного года. Они будут возить детей от места проживания к учебному заведению и обратно. Доставлять планируют младшеклассников и учащихся, проживающих отдаленно от школы. По словам специалистов, автобусы соответствуют международным стандартам безопасности. В них имеются аварийный выход, ремни безопасности, пандус для детей с ограниченными возможностями, система пожарной безопасности. Сопровождать детей будет педагог. В том году по поручению акима Ербулата Досаева проект «Школьный автобус» впервые запустили как пилотный в 205-й школе. Проект преследует три важные цели. Повышение уровня безопасности, ведь многие дети самостоятельно ездят в автобусе и на такси без сопровождения. Также родителям не придется отлучаться от работы, чтобы отвезти или забрать ребенка. И третье, будет снижена напряженность дорожного движения в час пик. Обновится и подвижной состав общественного транспорта города. Акимат закупил 100 новых газовых автобусов. Они двух видов – 10- и 18-метровые. Вот такие 18-метровые автобусы сейчас будем запускать. Это вот то, что 38-й, 38А, 37-й маршрут, потом по Тель-Авиве, вы помните, 201-й маршрут. Ее тоже на тот маршрут мы сейчас будем ставить эти длинномеры. Изучаем постоянно же пассажиропоток. И видим, где вот утреннее и вечернее время скопления. Многие из новых автобусов заменят дизельные в рамках концепции развития чистого города. Сейчас на них устанавливают систему ОНАЙ. Как будет завершен монтаж, транспорт будет выходить на линию. До конца года будет закуплено еще 500 новых таких автобусов. Мадина Исюмбаева, Владислав Шишко, Информбюро Алматы.